Кәлекін қадырлы тамашасылар эфирда алдына сығарылышы. Студиялы Айгүл Мөхәммәтшина. Кесе адына күні хакимиеттің конференциялар залында конфессиялар мүнсәбәттәрі бойынса комиссия ултырышы болып өтті. Оның хүдімтәнді традицион конфессиялар мінен бірдәм іш планы ратлана. Комиссия ішіндә традицион конфессиялар итәкселәре, дини оешмалар һәм учреждение вәкилләре катнашты. Ултырышты хакимият башлыгы Борис Беляев алып барды. Осрашуда катнашучылар милләтара һәм конфессиялар ара мөнәсәбәтләр буенча хәлде тикшерде. Шулай ук экстремизм юнәлешендәге хәвефле сорақтарды асыклау буенча саралар каралды. В настоящее время по городу Кумертау оперативная обстановка контролируется, то есть лица той или иной деструктивной направленности у нас не выявлены, то есть работа активно в сети интернет не проводится именно с жителями города Кумертау, но имеются факты по лицам, которые выехали у нас за пределы территории России и предположительно находятся в Сирии, принимают участие в боевых действиях. По данной линии также работа проводится с родственниками тех людей. Ултырышта қатнашушылар иғтибарына әресе халықтарын бірдәмләштіру һәм халықтың этнокультур яқтан үтеуі бойынса муниципаль проект тәқдим етілі. Сұрашуда қатнашушылар бар болған мәселелерді текшерді һәм өстін бұрыстарды білделәні. Нужно сказать и признать то, что на сегодняшний день традиционные конфессии стали равноправным партнером в социальной сфере, в реализации социальной политики. Потому что на сегодняшний день в обществе очень важны вопросы возрождения духовности, нравственности. И в этом, конечно же, самым главным союзником должно стать духовенство традиционных религии, которые представлены в нашем регионе. Күн тәртибендә булган һорауларны тикшергәс, Владыки Николай хакимият башлыгы Борис Беляевка кышкы спартакиада үткәрүдә ярдәм күрһәткәне өчен Рус православие церковенең рәхмәт грамотаһын тапшырды. Комиссия эше тантаналы сара белән тәмамланды. Хакимият башлыгы Борис Беляев һәм урындагы конфессияләр вәкилләре бердәм эш планына кул куйды. Бар эш яшьләрне тәрбияләүгә, гаилә хезмәтлекләрен ныгытуга һәм халыкларны берләштерүгә юнәлтелгән. Хотелось бы также отметить, что те намеченные планы на 2017 год, в подписании которых мы все приняли участие под председательством главы администрации городского округа Кумертау Беляевым Борисом Владимировичем, а также Салават Хазратом. И, конечно, это будет еще больше сделано, чем в 2016 году по многим направлениям. Это молодежная, социальная политика, а также спортивные направления, также военно-патриотически, духовное воспитание молодежи и подрастающего поколения. Бисмиллахи рахмани рахим, мы гуляем, без православия, без ислам, дина бергеляшеп, эшляп Аллаха, бергеляшеп, шахри Аллаха, файдалар китреп Аллаха, шу бахетте Аллаха, бергеляшеп, курига насибитин тонарам. Шуна куря, без на 2015-16 Улып үткән территория исәбенә инкән Кумертау қалаһының майданы тиҙ аранан тәүге резидент буласаҡ. Был элеватор ойошмаһы. Предприятие әлегә май заводын төҙөү буйынса проект ғәмәләштерә. Ошо көндәрҙә эш төркөмө резиденттың заявкаһын ҡараны. У нас первый резидент, ну, скажем, уникальный. Вложение инвестиций, несмотря на то, что уже вложено более 4 миллиардов рублей, в этом году будет вложено 500 миллионов рублей. И количество рабочих мест, он создаст более 135 рабочих мест. То есть мы перевыполняем все установленные планки. Май заводын төдөвен тамамлагас предприятие 500-дән ашу яңа эш орындарын булдырасак. Уртаса эш хакы 23 мең сум. Бынан тыш производство күләме артасак. С мая месяца мы в два раза будем производительность увеличить. Продукции будет сейчас, если 250 тонн в среднем в месяц, в сутки, в данные месяца мы вырабатываем. С мая месяца будем 500 тонн продукции. Это подсолнечное масло и шрот. То есть в два раза увеличиваем. А в октябре 2017 года уже выходим на проектную мощность. Будем перерабатывать 1000 тонн в сутки по подсолнечнику.
Был инвестиции проекты қала үшін әхіметлі. Ол яңы үш орындарын болдыраса. Проект қала округының социал-иқтисади өтішіне еғынты яудан тыш, қала иқтисады диверсификацияна юнелтілген. Сегодня мы уже видим, как это предприятие нам уже дает реальное дело в деле диверсификации экономики. И мы уже смотрим, что объем производства по маслозаводу намного больше, чем по нашему градообразующему предприятию. И в перспективе эти объемы будут практически в два раза больше, чем давал нам когда-то наш авиационный завод. Резидент заявка үш төркімі тарафынан хопланған. Хәзір документтар пакеті республиканың иқтисади үтеш министрлығына тапшырыласақ. Ыңғай қарар қабыл ету менен элеватор предприятие рәсми рәуіште қаланың тәуге резиденті боласақ.